Тут еще больше дерьма, чем в Муспельхейме. И пахнет почти так же. Небось, из-за Фимбулвитера. Но если так они помирятся... Это лишь на время, Мимир. Для чего-то более серьезного нам не достает доверия. Ну, хватит. Сама знаешь, что не Кратос виновен в твоих страданиях. Вы оба способствовали моим страданиям, как и прочие. Эй, давайте я вам загадаю одну загадку. Что есть и у людей, и у кораблей? Легко, Нос. Есть что-нибудь посложнее, Брок? Ну, погоди, у меня умник. Идем. Надо найти дорогу. Тут понадобится магия посильнее нашей. Сюда. О, нет. Что-то не так. Заклинание. Оно будто соскальзывает. Ну так Фимбулвинтер на дворе. Ты не понимаешь. Меня вырвет из этого мира. Что нужно сделать? То, чего я надеялась избежать. Похоже, у меня нет выбора. Фалки! Ну, идем. Все это время ты могла сбросить заклятие Одина? Нет. Только после того, как вы открыли путь между мирами. И это не лучшее решение. Я мало что могу в таком виде. Ну так Фимбулвинтер. Не надо. Мати! Смотри, куда идешь. Я ж говорила, если не хочешь отравиться, обкарнай его издалека. Я узнаю этот рынок. Сюда съезжались со всех деревень. Почему его не отстроили? Брат, думаешь, она и впрямь простит нас, если поможем? Я не знаю. Я хочу помочь. А затем увидим. Понятно. Рынок, да? Они побросали много всего нужного. Жаль, если вещи будут пылиться. С этой точки зрения, да. Покажи, что умеешь!
это помогает расшевелиться. Я уж забыл, как сильно люблю набить кому-то морду. А ты ничего полезного не пропускаешь. Куда же они все подевались? Видимо, отступили. Спрятались в глуши и замели следы с помощью магии. Теперь уже никак не узнать, сколько их осталось и где они. Асы устроили тут редкостный бардак. Скажи спасибо Мимиру. Я не предлагал начать войну с ванами. Я предложил брачный союз, чтобы ее остановить. Еще какой успех. Неизвестно, что обернулось хуже, этот мир или этот брак. Он снова вторгся, как только меня изгнали? Очень жаль. Прекрасное ведь место, чтобы открыть лавку. Гномы в Ванахейме. Любопытное было бы зрелище. Это там впереди. Ваша свадьба, важные персоны, изысканные блюда. Хотя, помнится, твой брат тогда устроил сцену. Зачем ты постоянно его вспоминаешь? Оставь моего брата в покое. Ты понимаешь? О, это я понимаю.
Дальше, тем опаснее становится растение. Надеюсь, ты сдюжишь, гном. Слушай, мне тоже известно, какими уродами могут быть родичи. Мы с Синдри так надолго расплевались, что я начал забывать, что у меня есть брат. Ну, отчасти вина лежит и на мне, потому что я просто взял и ушел. Но это никогда не мешало мне почти во всем винить его. А? Ничего не напоминает? Что ты хочешь сказать? А то, что это все не конец света, ясно? Когда мы в итоге перестали дурить, сразу все вернулось на свои места. Но он продолжил доводить меня до белого коленя, как и всегда. Родичи все такие. Стараешься держаться поближе, а они сводят тебя с ума. Зачем ты мне сейчас все это говоришь? Моя цель — вернуть себе свободу. И я не собираюсь ни на что отвлекаться. В общем, я о том, что если тебе все же доведется потолковать с братцем, не обязательно так держаться за всю ту трянь, что когда-то прозвучало. Хватит! Я снова предстану перед Фрейром только тогда, когда буду твердо стоять на ногах. Тебе понятно? А не сейчас, не в таком абсурдном положении. А, так это значит дело принципа. Ну, надеюсь, у тебя это пройдет быстрее моего. Очень душевная история. Иди в жопу. Сам иди. На что пошел Один, чтобы изгнать их? Какое оружие по его указу создали гномы? Или тут хватило Мьёльнира? Может ли один воин сотворить такое? Это зависит от оружия и от воина. Здесь было столько лодок. Люди из других деревень приезжали сюда. Никогда ее воды не были настолько пустыми. Yeah.
Эй! Оборотни! А ну заткнитесь все! О, кто-то напрашивается! Одна из этих волосатых гнев! Эй! Я к тебе обращаюсь! Yeah.
Если не хотите лишиться потрохов. Я! Прошу, здоровяк. Твой народ не принимает гостей? Не знаю. Это уже не мой народ. Ну-ка, подкинь. Только не вздумай никому рассказать. Слезай! Небось, рад и счастлив, что старина Брок. Ой-ой-ой. Зараза! Ну! Пожалуй, надо его забрать. Не расслабляйся. Тихо. Так-так, кто же это? Одноглазый послал вместо себя очередного бога? Что, Тор занят? Мы не служим Одину. Нет? Тут ведь не лучшее место для прогулок. Правда же? Ну-ну, не надо угроз, брат. О, знакомый голос. Знаешь... Я б снес твою башку, но, похоже, меня опередили. Да, метко подмечено, брат. Нет, я тебе не брат. Ты продал мою сестру этому уроду. Мы заключили мир. О, правда? Ну и где же он? И где моя сестра? В асгарской тюрьме или в могиле? Отвечай! Тогда ответит твоя кровь. Хватит! Что это? Почему у птицы ее голос? Это я, Ингви. Некогда объяснять, послушай. Эти двое служат мне. Я верну себе то, что у меня отняли. Уже поздно. Сделанного не исправить. Нет, я исправлю. А теперь пропусти их. Итак... Вы слуги сестры. А, как и все мы. Срежь его. Не могла сразу меня оттуда спустить, старая карга. Ой, уймись, Блабр, иди сюда. О, вот я и нашел, что искал. Пожалуй, я догоню вас позже. О, да что ты? Делай, что хочешь. Брат, если ты не против, я бы потолковал с господином Фрейером.
наглел ставить свою лапу около моей кузни. То, что я тебя обняла, не значит, что я тебя простила. Вот мне не дани. Мы все устроили так, что ты можешь спокойно ходить между мирами. Не благодари. Куда я пойду? Это моя семья. Ты, может, семьей не дорожишь, но я не такая. Это я-то не дорожу. Я, если хочешь знать, помирился со своим безмозглым братцем. Купаться мне в лунном свете? Неужто братья Хульдры снова взялись за дело? Мы даже живем вместе, как порядочные братья. И что? Тогда помоги мне в кузнице, а заодно все и расскажешь. Эй, Брок, не представишь меня своему бравому красавчику-защитнику? О чем разговор? Это Кратос. Хотя можешь называть его, как тебе вздумается. Кратос, Лунда, старая подруга. Ну, это лучше, чем ничего. Товар возврату не подлежит. Нужно что-то особенное? Я хорош, да? Хорошо. В такой броне даже занозу не посадишь. Так тебе ничего не оторвут. Ну, может, поживешь подольше. Хорошо. Этот лагерь не должны найти. Тебе ясно? Я не выдам вашу тайну. Да, ни в коем случае. Хорошо. Мне жаль, что наше знакомство не заладилось. Мы привыкли видеть в этих краях только асов. Приветливые лица для нас редкость. Это ведь приветливые лица? Его зовут Кратос и нет. Асы в Ванахейме? Мы на осадном положении уже... очень давно. Какой план? Мы его еще обсуждаем. Брат, думаю, тут я могу помочь, если меня выслушают. Я не откажусь. Пожалуй, без меня твоя задача станет существенно легче. Закончишь, вернешься за мной. Эй, Кратос! Пока ты помогаешь моей сестре, смотри, не подведи ее. Она ошибок не прощает. Боюсь, уже слишком поздно. Ну ладно, посмотрим, как обстоят дела. Расскажи о своей армии. Она перед тобой. Что, пятеро? Против армии Одина? Ну, считая пса, шестеро. Будь я проклят. Ага. Ты хоть знаешь, сколько их? Ох. Сколько их, где ходят, где караулят. Разведка у нас на высоте. У нас не хватает бойцов. Ясно. Ну, тогда давайте взглянем на карту.
теперь, когда можно сосредоточиться? Выслушай мои слова. Говори. Гнев, что вызывает у тебя твой брат, мне знаком. У тебя есть брат? Его звали Деймос. Когда мы были детьми, его забрали двое богов, одержимых пророчеством. Боги моей родины мало кого оставляли в живых. О том, что он не погиб, я узнал слишком поздно. Гнев настроил его против меня. Но я не переставал любить его. Ты считаешь, мой гнев необоснован? Ты только познакомился с Фрейром и уже занимаешь его сторону? Я не занимаю... Нет. Просто делишься мыслями о том, в чем ничего не смыслишь. Древний!
Я знаю, к чему ты это. Ты хочешь, чтобы я прониклась к тебе сочувствием? Я лишь пытаюсь помочь. Не нужно повторять ошибки прошлого. Незачем рассказывать мне о своих ошибках. Мне хватает моих собственных. Все так и спешат дать мне совет. Как будто все знают, что мне нужно. Самой страшной потерей я обязана тебе. Ты спасал меня, хотя я прямо запретила тебе это. Но это был мой сын. Мое дело. Бальдер не был безупречным, но он был моим. Я знаю. Знаешь? Ты считаешь, что можешь хоть как-то понять боль от потери ребенка? Да, могу. У тебя был ребенок. До Атрея? Ее звали Каллиопа. Каллиопа? Что случилось? Это было давно. Не отвечай. Мне не стоило спрашивать. Thank you.
или в ванну. Не забывай, пока их щиты подняты, нападать бесполезно. Надо добраться до смотровой башни. Придется пересечь долину. Сюда. Я знаю историю твоего сына. Расскажу, что стало с моей дочерью. По приказу кровожадного бога, я уничтожил одну деревню. В плену его чар я не понял, что убил жену и дочь, пока их кровь не обогрела мои руки. И я поклялся отомстить. Я не сомневаюсь. Их смерть я искупил тысячи раз. Я даже сжег Олимп дотла. Но вина гложет меня. Возможно, ты убьешь меня, Фрейя. Но это не принесет тебе покой. Пожалуй, я и не ищу покоя. Сколько раз мы встречались? Почему ты отказался со мной сражаться? Любой исход был бы поражением. О чем ты? Фрейя, я никогда не желал тебе зла. Ты помогла нам. Спасла Трей от болезни. Я не хотел умирать, но и убивать тебя я тоже не хотел. Вот как. Слышишь?
легкие и так близко к деревне. И песнь делает их союзников неуязвимыми. Они не дадут тебе пройти, перебей их! Моя деревня. Я едва ее узнаю. Мы с Фрейром играли в прятки в полях. А днем частенько воровали медовый хлеб из большого зала. Во время жатвы мы плясали и пировали до самого восхода. Как же проста была жизнь. Зачем я только вернулась? Столько воспоминаний. Большой зал. Он разрушен. Пусть Фрейя не отступит. Не хватает второй половины. Пусть она точно хранит нас. Когда-то здесь так говорили. Здесь можно пробраться! Я слышу их. Нужно с ними разделаться. Thank you.
Одину было мало того, что он сделал со мной. Он осквернил мою память о доме. По крайней мере, тебе есть о чем вспомнить. Детей в Спарте забирают из семьи и растят согласно АГОГ. Воспитание было жестоким. За любые объедки приходилось драться. Старшие колотили нас так, что мы не могли встать. Мы возвращались в бараки в сумерках, одни на радость волкам. Вот как становятся спартанцами. Эти растения похожи на позорные столбы, что мы видели когда-то в предгорье Мидгарда. Эти растения похожи на позорные столбы, что мы видели когда-то в предгорье Мидгарда. Зная о том, как растут спартанцы, неудивительно, что ты стал таким. Твоя судьба была предопределена. Судьбу можно побороть. Раньше и я так думала. Когда Норны поведали мне о судьбе сына, я решила, что смогу ее изменить. Сам знаю, что из этого вышло. Норма. Богиня судьбы. Верно. Ты противишься пророчеству на свой страх и риск. Эти растения похожи на позорные столбы, что мы видели когда-то в предгорье Мидгарда. Зная о том, как растут спартанцы, неудивительно, что ты стал таким. Твоя судьба была предопределена. Судьбу можно побороть. Раньше и я так думала. Когда Норны поведали мне о судьбе сына, я решила, что смогу ее изменить. Сам знаешь, что из этого вышло. Норны, богини судеб. Верно. Ты противишься пророчеству на свой страх и риск. Атрей бы с тобой согласился. Он слепо ринулся навстречу судьбе, предсказанной великанами. Исчез на 2 дня в попытках доказать, что он их воин, которому суждено биться в Рагнарёк. Что? Я знаю все пророчества о Рагнарёке. Там нет героя-великанов. Гро о нем умолчала. Этот воин убережет остальные миры от Рагнарёка. Обречен только Асгард и еще Один. Получается... Один, который одержим всем, что касается Рагнарёка, не знает об этой важнейшей детали.
Очень много, Гро. Атрей не станет пешкой пророчества. Все еще борешься с судьбой? Даже когда предсказана победа? Я не отправлю своего сына на войну. Он не спартанец. И это меня устраивает. Хочешь говорить со мной о том, как защищать детей? Мое горе тебя ничему не научило? Сражаясь с судьбой, ты тратишь драгоценные часы, что вам отпущены. Секунду, только можно пропать все. Факел на ту сторону и сожги кусты, из-за которых не можешь пройти. С этих островов, наверное, можно как-то по-другому взглянуть на факел. Ты можешь перекинуть факел на ту сторону с помощью клинков. Давай перейдем мост. Как вышло, что из всех живущих именно ты не желаешь войны? Сколько богов ты уже убил? Я видел много войн и знаю им цену. А я нет. Оглянись, Кратос. Посмотри, что бывает, если не сражаться со злом.
Ладно, теперь займемся делом. Это полководец Одина. Будь готов. Он скутар Асгардар. Ты там один солдат! Рёк не вернет тебе то, что ты потеряла, и тем более не убьет меня. С меня уже хватит твоих поучительных банальностей. Может, закроешь рот и будешь убивать тварей? Уже.
Получилось. Не приказывай мне убивать. Что? Я защищаю сына, помогаю друзьям. Но я не буду ничьим палачом. Хватит с меня. Не тебе делать этот выбор. Ты передо мной в долгу. Я здесь не из-за долга. Я бы и так тебе помог. У меня столько отняли, а я должна обо всем забыть? Фрейя. Хватит! Ah!
Идем. Нам нужно зайти. Вот. Я чувствую источник магии, привязавший меня к Мидгарду. Что это за место? Мой. Здесь я родилась. Стой. Что-то не так. Опенбера. Корни мирового древа, связанные проклятыми узлами Одина. Вот как ему это удалось. Ну же! Фрея! Митгл! Эта тварь! Она служит Одину? Нет! Она защищает корни и красили, где бы они ни были! Ублюдок на это не рассчитывал! Хорошо! Давай! Да! Забей ее!
Кэти! Ты знаешь, что делать! Да! Получается! Топором не мог попасть по печати? Thank you.
Все кончено. Да, кончено. Я все же смогла. Ты получила то, чего желала. Похоже, настал момент моего прощения или мести. Что выберешь? Если честно, ни то, ни другое. Какая-то часть меня по-прежнему злится и всегда будет. Всегда будет злиться. Ну нет. Ты не тот, кто должен умереть. Теперь я вижу. То, что между нами случилось. Не объясняй. Не надо. Я понял. Я не жалею, что спас тебя. И не стану жалеть. Но ты имела право сама выбрать, жизнь или смерть. Я не должен был выбирать за тебя. Теперь я снова я, то мне пора встретиться с братом. А что потом? Не знаю. Давненько я не принимала решения сама. Дай мне насладиться моментом. Вернемся в лагерь по этой тропе. Я могу помочь с лианами.
А теперь вонзи клинки в сияющие лианы и зажги. Твой брат, кажется, не против твоего возвращения. Он, я думаю, был бы только рад, если бы все вернулось на круги своя. И ответственность легла бы на мои плечи. Свой гнев. Ну, что имеем, тем и обходимся. Не то чтобы я хочу злиться на Фрейра. Он мой брат. Половину моей жизни он был для меня важнее всех на свете. Это те же растения, что мы видели раньше. Холод быстро справится с их ядом. Печать теперь сможет удержать лед, даже без топора. Прекрасно. Бродячие огни. Мощные воплощения рунической магии. Go!
Смогу ли я снова назвать это место своим домом? После всего, что было. У нас нет нужного снаряжения. Что? Сколи Хати в Анахейме? Оказалось, великаны спасли их от Одина и спрятали здесь. Смотри, солнце пробудило корни. Видишь, как они тянутся ему навстречу? Разве это не чудо? Совсем не то, что снежные поля Мидгарда, к которым я уже привыкла. Переселение на восток. Все, как мне запомнилось. По крайней мере, этот мир не растерзали хищники и захватчики. Здесь есть еще за что бороться. Есть что защищать, несмотря на понесенный урон. Может, тоже относится и к Фрейру? Там что-то есть.
Я так давно видела Фрейра в последний раз. Даже не знаю, с чего начать. Чего ты от него хочешь? Сперва извинений. Я хочу его простить. Хочу верить, что он изменился. У меня больше никого нет. А ты просил прощения у Деймоса? Трудно искать прощения, когда чувствуешь себя недостойным. Как нам перебраться? Стрелы печати могут перенести огонь на тот берег и поджечь кусты. Прощение дарует силу, кем бы ты ни был. Этому меня научила жена Фэй. Хм. Ну, тебе хоть есть кого вспомнить с теплотой.
нас всего! Все, чему меня научил мой бывший супруг, это то, что нет предела тому, как глубоко душа может погрязнуть во тьме. Я вышла за него, чтобы спасти свою родину, но он все равно ее забрал, развеял мой народ по ветру. Может, пора положить этому конец? Может, пора кому-то осуществить пророчество Гро? Фрей, я не хочу войны. Война — страшная вещь, Кратос. Но есть нечто страшнее. Если Атрей ринулся навстречу Рагнарёку, сможешь ли ты его остановить? Смогу. А если нет? Я научил его выживать без меня, если придется. Ничего. Берегись растений. Я им нравлюсь, а чужаков они не любят. Понятно. У нас нет нужного снаряжения. Готово? Готовее некуда. Но... Это и впрямь ты. Ты наконец вернулась. Да. Отпразднуем. Ты сядешь на трон, начнем заново. Мы снова будем вместе, а? Как в былые деньки. Я не останусь. Не понимаю. Ты здесь. Вместе мы смогли бы вернуть то, что наше. Я только вернула себе то, что мое. У меня много дел. Ты ведь... видела, что стало с миром, так? Неужто тебе все равно? Сомневаешься в моей верности? Ванахем от меня отвернулся! Ах, все не можешь забыть старых обид? Я должна была спасти как можно больше наших людей. Это была моя обязанность. Ты не принимал это всерьез тогда-то и теперь, похоже, тоже. Думаешь, для меня это все игра? Да. Твой безумный супруг отнял абсолютно все, что у нас было. Его родичи попытались сжечь меня. И как я должен был поступать? Как мой брат. Как тот, кто с детства всегда меня поддерживал. И тот, кого всегда поддерживала я, даже несмотря на его эгоизм. Я думала, что ты найдешь меня. Что хотя ты зол и обижен, ты не бросишь меня, когда я в тебе нуждаюсь. Фрей, прошу я. Я думал, ты мертва.
столько лет жил с теми жестокими словами, что сказал тебе. Представляешь, каково это? Знать, что твое себялюбие погубило самого дорогого тебе человека. Бросить тебя, Фрейя. Я скорбел. Я так по тебе тосковал. Я тоже, Ингви. Но теперь я свободна и не хочу быть привязанной к еще одному миру. Я пришлю подмогу. И однажды вернусь. Обещаю. Этот мир уже давно тебе не дом, да? Делай то, что должна. Так, так, ну все, хватит. Вам что, делать больше нечего, кроме как глазеть на семейные дрязги? Вы двое, пошли. Да не ты! Я хочу обсудить с вами пару вещей. Во-первых, заберите свою голову. Во-вторых, я чую на твоем луке магию печатей. Пожалуй, я украду эту идейку. А тебе дам взамен заклятие звука. По рукам? Хорошо. В-третьих, раз вы отправитесь дальше, стоит упомянуть, что мы с Синдри держим ночлежку для безработных богов. Как надоест морозить задницу в Мидгарде, приходи с бородачом, проведай своего друга Тюра. Это очень мило, Брок. Очень может быть. Ну что ж, ладно, тогда встретимся дома. Или, если надо, могу что-нибудь смастерить. Ну, брат, потолкуем с нашими новыми союзниками. Извините, у вас не найдется времени помочь? Проклятие. Спасибо. Я вот ненавижу, когда ты так стоишь и молчишь. В чем дело? Мастерила всякую всячину для жителей поселений в дельте реки. Как явилось воинство Одина, я смоталась оттуда быстрее, чем Тацальвурм с подпаленным хвостом. Так спешила, что оставила там пару незаменимых вещей. И каких же? Ну, не пару, а одну. Сферу. Можете найти? Я была бы очень признательна. Что это? А если вам попадутся мои старые шедевры доспешного дела, я могу из этого старья смастерить для вас что-нибудь оригинальное. Что это за сфера? Просто принесите мне ее сюда, и я буду прыгать от счастья! А, и если наткнетесь на мою броню, тащите сюда! Я для вас бесплатно залатаю! Как думаешь, брат, что за сферу мы ищем? Понятия не имею. Расскажи о собаке в лагере. Господин Фрейер нашел. Я лежу в джунглях. На
Наверное, она сбежала с фермы к северу отсюда. Там разводят Блэдхунтер. Мы ему толковали, что ее спасли. Он не отступился. Она поправила. И с тех пор стала одной из нас. Она чудесная. Да сейчас. Она верит, что ты хороший, даже если сам не веришь. Врежет гораздо больнее. Кому-то крепко достанется. Надо будет еще барахла, приходи. Я помню, где должен быть проход. За мной. Кажется, по достижении цели ваши отношения стали налаживаться. Могу я надеяться на то, что этот союз продлится? Мне кажется, сейчас у нас есть общий враг. Кратос, пусть ты не считаешь, что Рагнарёк неотвратим, но все-таки ты осознаешь, что Один опасен. Что бы ни случилось, вместе у нас больше шансов выжить. Ты согласен? Да. А о том, что предлагал Брок. Как думаешь, ты смогла бы жить под одной крышей с двумя бывшими врагами и не поддаться искушению отомстить? Не буду я тебе мстить. И тебе. Даю слово. Таких замков ты еще не видел. Чтобы его открыть, надо заколдовать резец. Брюно. Давай, высеки букву. Суна. Это заклинание. Суна. Эльфы в лагере Фрейра что-то говорили о таких воротах в Альфхейме. И еще про святилище светлых эльфов за равниной. Пойдем. Решим, как доберемся до врат. Давай возьмем эту лодку. Только нужно расчистить лианы. Помнишь как? Упавшее бревно. На нем что-то мне незнакомое. Кажется, это камень звука. Новые стрелы, которые тебе дал Брок, сейчас пригодятся.
Тюр жив? Ну, он не в лучшей форме. Пока что спит в чулане. Надо дать ему время. Как вы его нашли? Спасибо Атрею. Он отыскал пророчество, которое великаны хранили для своего народа. Мы узнали об этом только когда к нам заглянули Тор и Один. Ваш дом? Он уцелел? Чудом! Но эта стычка нужна была лишь для того, чтобы отвлечь нас, пока Один говорил с Атреем. Один с глазу на глаз твоим сыном? Знаешь, о чем они говорили? Да. Атрей сказал, Один пригласил его в Асгард, чтобы помочь ему найти ответы. Ради которых он так несется навстречу судьбе. Это тревожно. Если ты готов с ним поговорить, врата прямо впереди. А если нет, есть у меня здесь одно дело, и мне пригодилась бы помощь. Или можно отправиться в то эльфийское святилище в пустыне. Если хочешь отправиться дальше, придется убрать это бревно из плеча. Что это такое? Эмблема Скирнера. Он считал себя самым умным. Ладно, теперь можно плыть дальше. Надеюсь, мы сможем исправить старые ошибки. Огромное спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки, обсуждаем. До новых встреч.